чай пить. В магазине собрал свою сверху. В магазине. Значит, Женечка здесь в бомжовской одежде лазит, да? Да, и что-то на нем не снимет. Если видела, он обворовал, телефон обворовал. И это еще было вчера вечером. А я побыстрее от него ушел. Ну извини, я работаю, Женя, некогда. Что, он тебе пиво предлагал, да? Пиво покушать, я говорю, я не пью. Кушать не надо, у меня девочка кормит в магазине. Мне его нравится. Не ждал там рублей 30, так мелко. 15 хотя бы, что там себе покупал. Ах, Александр Сергеевич Пушкин. Рад тебя видеть. Здорово, Олег. Здорово. Не сиди. Какую подвину? Неужели я такую делаю? Чего? Тебе. Нихуя. Тебе плохо не было. Саш, ты меня же тоже выручил, Пергин. Я тебе 300 рублей не за то ждал. Ты меня обращал просто, Саш. Поэтому мне деньги были, я тебе выручал. А теперь где есть? Да, ведь я же работаю. Саш, а вот за это спасибо, потому что я сейчас без денег. Вот сколько я тебе 300 дал, да? Да. Пьяный был. Пьяный. Саш, почему я тебе 300 дал, а это, блядь? Тебе надо было лучше дать. Ну, а ты с каким-то мужиком, я его не знаю. С мужиком? Да, я его знаю, ну, тебя знаю, его есть. Залез? Не, зал. А тебя хоть не обул? Обул. Ну, зачем ты водишь? На 25 тысяч, примерно. Саша ему хотел ебало разбить еще год назад. Я его остановил, я. А здесь так случайно получилось, что я не переночевал. Проснулся, у меня в кармане 5000. 5700. А должно быть 30 где-то. Что там, допилился? Ну не буду говорить, я приговор. Я позабрал. Ты его не знаешь. Ты знаешь его прекрасно. Архаровцы прибегут, блядь. Его все прекрасно знают. Мне ее святой предложил. Олег, а поаккуратнее будь с этим человеком. Маэстро ему год назад чуть ебало не разбил, я его остановил. Потому что у своих воровать нельзя. Ты крыса. У своих. Ну, я знаю, я уже Женю сейчас. Ну, бывает не... такое, да. Если ты не знаешь, иди не знаешь. За блогера слышал? Нет. За Женю. Он у Беговаде присядничал телефон. Вчера предъява была у него. У Жени было. Он оделся в бомжа. Бомжа. Во время моего присутствия в нашем даже да, прям. Я молчал, я не хочу. Сам камера, даже, Саша, камера выключи. Сам даже офигел. Вообще ничего не. Не, если камешка, то ребята нуждаются в телефонах. Не только нуждаются в телефонах и охраны. Рыбок собрал. Да. Какая рыбалка у тебя есть? Серьезно, удочку купил. Да, есть. Серьезно? Да. Почтовый. Заказывай. Тогда поедем на... Не, я на воднике. Речка. На воднике? Ну, попробуй. И потом поплывем, и поплавок покажем. А если тебе щука попадется на 8 килограмм? И поплавок покажем. Саша, ты знаешь, что такое 5 килограмм? Я не говорю 8. 5 килограмм щука. Нет. Это вот за эти 2 минуты удовольствия, Рэм. Я говорю, когда ты я ее тащишь. Если поплывем, блин, я готов. Поплывем, я готов. Вот я купил. Он сказал, кита можно поймать. Это Сань, леска. Я забираю у тебя ее. Какой забираю? Я забираю у тебя ее. Все. Кита, он сказал, можно. Ну, не шиманы, конечно, но дай проверить хоть. 300 стоит. Я забираю у тебя. Все. А я как бы рыбалку поеду. Какая рыбалка, ты все равно сидим здесь. Я заберу. Полоса тут сломается. Да. Сань, да не тяни, нет, конечно же. Сань, пятилой, блядь, на рыбалку хочешь съездить. На рыбалку хочу съездить.
Ну ты хочешь разбить. Ты лучше там поплавок. Нет, это, блядь, я родился там. Я рыбу слышу. Рыбу. Я рыбу слышу. А он, наверное, знаешь, что, как это сказать? Поплавок покажи, какой отец. Вот он в воде живет. Водяной. Водяной. Я водяной, я водяной. Олег, или ты кикимора? Кикимора зовет. Я кикимора, это баба. А он водяной, женился на кикиморе. Помнишь это? Помнишь, ты говорил, что я водяной. Уговорил бы. Чего ты простыл? Со мной. Уговорите, а то пиявки, лягушки, да ну на... И черепаха, и карпила. Ай-я. А дальше я не помню, что за ребят забыл. Ай-я-я, яблоки ела. Ай-я-я. Я водяной. Олег, а? Санек уже третий месяц, блядь, не бухает. Я знаю. Я тебе, Саш, 300 рублей дал за то, что ты для меня до этого вышел. 300, да? Да. Не больше? А ты сам знаешь, что? А я хуя вир такой, думаю, нормально. 300. Ну, я 300. Да, Саш, сколько ты меня вручал? Когда я понял. Я это понял, в ответку я всегда дам нормальным людям, как ты. Правильно? И поэтому знаю со мной. Олег, я же тоже так получил. Так, ну что, друзья, вытащил я эту канитель на улицу. Прочитаем молитву. Да воспламенистая ебучая смесь бензина с кислородом. Пробуем завести. Так, значит, на выключенном. Все делаем. Закрываем заслонку карбюратора. Он off, крантик бензиновый. Так, пару раз дрыкнуть надо, чтобы бензинчик закачался туда. Ну и включаем. Ага, хуй там врут. Все крутится, но не заводится. Искру я проверил, есть. Вот меня еще вот это смущает. Блин, темно. Короче, если нету масла, а его там, блять, нету. Его там нету. То срабатывает датчик блокировки этого двигателя. Вот он сухой, нижний, верхний уровень, вот его даже нижнего нету. Но у меня нету масла, неужели может быть из-за этого система блокировки двигателя? То есть без масла он даже не чихнет, ничего. Ну, будем надеяться, что только в этом причина, потому что бензин там есть, искра есть. Все, компрессия есть. Что ему еще надо? Если даже клапана расстроены, то что-то он, какой-то звук должен издать. А он молчит. Нету масла, короче. Вот. Сейчас я где-нибудь найду масло и подолью. Друзья, мои подписчики, это... Такое только у маэстро могло случиться. Заводили, заводили. Ну, тут, по-моему, с канистры может без воронки заправить. Подошел. Подошел товарищ, незнакомый совершенно, молодой человек, помочь. Заводили, заводили, все перебрали. Угу. Ничего не получается. Налили крышечку пластмассового бензина из бака. Ага. Он не горит. Корпус 2, сейчас скину. Так что, знаете, на воде не ездит эта штука. И шморгалка здесь ни при чем.